Однажды у меня был эфир на Первом канале, я пришел на него весь простуженный, что-то и горло сипело, и даже ныл крестец, весь был не в себе. И на следующее утро спускаюсь к почтовому ящику в лифте, что-то себе насвистываю, вставляю ключ в замок, и, о ужас, из почтового ящика у меня вываливается целый ворох лекарств и какие-то таблетки от жаропонижающие, и какая-то маленькая бутылочка от насморка. Но самое удивительное, что в почтовом ящике, довольно небольшом по размеру, лежала вот такая вот бутылочка средства от кашля. Я никак не мог понять, как же вот в эту прорезь, я еще внимательно присматривался, в эту узкую щель могла залезть эта бутылка. Потом я только сообразил, что все почтовые ящики, как и квартиры Веронии судьбы, да, очень похожи, и, наверное, ключ, который был в руках у этой поклонницы, на этот раз подошел к почтовому ящику моей квартиры.